продолжение сериала о воскрешении говнарской гитары, купленной на Авито. Рядышком где-то есть первая часть, с телефона снята, о том, как я ее распаковывал. Ну, я сел сегодня, видео без света, без ничего, показать и провести один эксперимент. Можем на этой гитаре прямо сейчас навалить. То есть в таком состоянии, в котором она приехала. Я с ней не делал ничего. Вот, чтобы ввести курс дела, давай сразу. Вот такие вот у нас усики в стиле 70-х. Советская эстрада. Первая струна вот у нас оторвана нахуй. Металлист. Значит, здесь, если видно, освещение слабое, но на деке такие мыльные разводы, как на школьной доске. Здесь провален хамбакер, винта не хватает. Значит, здесь тут у нас винты Флойда заменены на обычные. Это русская смекалка, да, такая. Вот здесь седло отсутствует, шестая струна в непонятном положении. Струны гнилые насквозь. Высота струн, если видно, если я параллельно держу гитару, видишь, очень высоко, играть практически невозможно. Ну, ручку Флойда я сам прикрутил, просто проверить, как Флойд ходит в фильме. Ну, такое. Гитара похожа на какую-то проститутку грязную, которую подобрали на обочине. Но мы ее отмоем, расчешем, и она превратится в прекрасную принцессу. Чего, попробуем сыграть металл? У меня есть минусовка. Сейчас я его запущу и попробуем, посмотрим, звучит или нет. Так. Так, звук от гитары есть. Это классика, не обращаем внимания. Ну, такое. Все, всем спасибо. Пока.